Фаблаб Политехнического университета – это фабрика грез в положительном смысле слова. Здесь молодые ученые в неформальной обстановке помогают воплощать в жизнь мечты изобретателей-любителей. Полномочному представителю президента на северо-западе Владимиру Булавину показали, что придумывают петербуржцы. Например, эта машина для продажи значков. На самом деле из Гарри Поттера. Вот это вот значит. Мне это далековато. Тут же серьезные прототипы. Вот уникальный протез для инвалидов. Устройство будет реагировать на мышечные импульсы человека. Их компьютер принимает через специальный браслет. Никаких хирургических операций не надо. Свой нейроинтерфейс, чтобы затем добавить сюда управление с помощью всего мысли. То есть фактически человек думает и подшевелится. Основная аудитория – школьники и абитуриенты. Впрочем, в этой лаборатории, говорят, науке все возрасты покорны. Один школьник сделал свой рисующий робот, в дальнейшем который будет модифицирован в лазерный станок. А один у нас есть уже пенсионер, который делает свой фрезерный станок. Вот, периодически набегами, между тем, как его кладут на обследование, и он опять приходит, продолжает его доделывать, очень упорно. Кроме того, на базе университета решают сложнейшие проблемы автомобилестроения. Здесь лаборатории специалистов в области аэродинамики и безопасности. Ученые говорят, именно они выполняют ключевые проектные работы для европейских автогигантов. Владимир Булавин на это заметил, что раз можем для других, надо бы постараться и для себя. Это такая великая страна, как Россия. Должна, конечно, иметь свой собственный автомобиль, да, свой самолет, ну и свои корабли. Ну, корабли у нас есть, а вот насчет судов, в том числе, скажем, туристических, пока слабовато. В университете вызов приняли, но в целом задачи, напомнил Владимир Булавин, гораздо шире. Если упрощенно понимать, то импортозамещение, конечно, это замещение той продукции, которую мы получаем из-за рубежа. Но если посмотреть в детали, то нам нужно прежде всего заместить импортные технологии, нам нужно заместить импортные металлы, и уже потом, так сказать, мы логически выйдем на импортозамещение в связи производства продукции. Задача общая, подчеркнули сегодня на встрече, а потому любые предложения ждут и от горожан. Например, в рамках той же молодежной лаборатории, где сегодня побывал полпред. Юрий Баранюк, Всеволод Киселев, Андрей Тарасов и Максим Лапин. Вести, Петербург.